Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Очень рада вас видеть на своей страничке. Сегодняшнее видео будет посвящено девчонкам, хоть мальчишки очень часто обижаются, что я им не уделяю внимания, но сегодняшнее видео это абсолютно девичья тема. А сегодня какая-то потрясающая осенняя восхитительная погода, и мне захотелось снять такой теплый осенний макияж. Но так как я все-таки не профессиональный супервизажист, все мои макияжи являются каким-то таким моим отражением моего настроения, и я его вроде как планирую, а потом в ходе дела как-то макияж трансформируется, переделывается и получается таким, какой я сама от себя не ожидала. В итоге у меня получился такой типичный макияж, который у нас на YouTube называется а-ля секси лук, бомбшелл лук и тому подобные вещи, да, то есть такой вот немного кому-то покажется вульгарный, кому-то покажется не вульгарный. Я не знаю, но я такой макияж не считаю вульгарным, потому что я очень люблю стрелки и подобные вещи. Данный макияж является типичным тяжелым макияжем. Это не легкий макияж. Вы потом посмотрите в ролике, мы будем использовать очень плотную базу, очень плотную базу, очень плотное тональное средство, носить это все кистями. То есть я бы сказала, что это может быть такой не ежедневный лук, а скорее это даже лук для каких-то фотосессий, потому что в свою прошлую фотосессию, которую я фотки уже выкладываю постепенно в Инстаграм, большое спасибо, что они вам очень понравились, вот этот макияж, он больше подходит для фото, потому что все запудрено, все закамуфлировано, так что кому как. Но надеюсь, что вам понравится, выложила быстренько фоточку в Инстаграм. Кстати, кто еще не подписан, подписывайтесь. Ссылки будут внизу. Девчонкам понравилось, поэтому я заканчиваю болтать и сажусь монтировать ролик. Продуктов использовалось очень-очень много. За кадром вы услышите мой голос, который будет рассказывать, что, почему, какой продукт я использую, зачем и насколько сильно я его люблю. Так что, если вам интересно, если вы хотите повторить вот такой вот bombshell sexy look, то оставайтесь вместе со мной. Ну что, девчонки, приступаем. Немножечко моих самолюбований. Итак, первое, что мы делаем, берем базу Pore Minimizing Photo Finish Smashbox. Насколько я понимаю, это новинка. Очень хорошая штука. Я бы сравнила ее с Pore Professional от Benefit. Следующая клиника Stay Matte. Я считаю, что это самый лучший тональный крем, какой только есть. И абсолютная новинка, опять-таки, от марки Smashbox. Smashbox – это такая их кисточка, многофункциональная для лица. У нее есть три положения – плотное покрытие, среднее покрытие и легкое покрытие. Девчонки, я считаю, что это самая лучшая новинка осени. У меня проходит через меня очень-очень много продуктов, но эта кисть творит чудеса. Она накладывает тон настолько ровно, настолько идеально. Всем от души советую. Под глазки наношу Estée Lauder-овский консилер. Я считаю, что он один из лучших. Он не забивается в складки, он не подчеркивает морщины. Просто супер вещь. Единственное, что там очень светлые оттенки. Вот у меня вот этот вот, по-моему, 0,2. Так что будьте аккуратнее, обязательно в магазинчике тестите. Можно наносить кисточкой, пальцем, как хотите. Губы убиты в хлам, потому что я мало пью. Наношу Клиник бальзам, такой сос репер, как бы он очень-очень быстро восстанавливает губки. Хорошая штука. Расчесываем бровинки. Вот, часто люди удивляются, зачем расчесывать брови, но это делать нужно. И опять-таки абсолютная моя новинка. Это такой перманентный маркер для бровей. Насколько я помню, это какая-то корейская марка. Кейт она называется или что-то в этом духе. Я покупала у Маруси в Далашес, там, где я делаю себе реснички. Обалденная штука. Так как у меня сейчас бровинки подросли, мне не хочется карандашного финиша. Пользуюсь маркером. На глазки использую базу от Smashbox. Не скажу, что она моя любимая. Она мне по консистенции очень напоминает Art Deco, а я Art Deco не люблю за то, что она такая жирная, силиконистая и особо сильно не высыхающая. Так что, если будете ее брать, не перебарщивайте. Макияж глаз мы сегодня делаем с помощью марки Just. Я считаю, что это одни из самых лучших дешевых теней, реально более-менее профессионального качества. Даже вот такой вот белый оттенок, вы сейчас посмотрите, как офигенно на базе лежит и реально видно, что цвет белый. Следующий оттенок, он очень опасный. Кажется, что он такой абсолютно бежевый, но у него какой-то дикий рыжий подтон. Но в осеннем макияже это неплохо, и я его, в принципе, специально и брала. То есть хотелось чего-то такого очень-очень-очень теплого. Но будьте аккуратны. Мне кажется, на некоторых глазках может провоцировать такую усталость. Вместо теней под бровь и таких основных заполняющих растушевочных оттенков я взяла просто свою пудру от Makeup Forever Duo Matte.
Вообще, пользуйтесь иногда пудрами. Я вот, честно говоря, считаю, что вот это выбеленное пространство под бровями, это уже дикий моветон. Ну, здесь как кому нравится, я не люблю. Роскошный шоколадный кофейный оттенок, безумно пигментированный, а опять-таки марка Just, тени копеечные, смотрятся реально очень круто, и на фотосессиях они смотрятся круто. Дальше я начинаю творить просто беспредел и наслаивать слой за слоем, слой за слоем. То есть, как вы видите, я нанесла темный, растушевала вот этим вот рыжевато-бежевым. Сейчас я снова нанесу темные тени. Кстати, кому интересно, вот эта кисточка, это кисть от Mary Kay. Не самая лучшая кисть, но если покупаете что-то в Mary Kay, попробуйте. Это уже другая кисть, это у нас новинка от Oriflame. Растушевочная кисточка очень хорошая. Опять-таки, если что-то берете в Oriflame, прихватите. Ну и, в общем, здесь я просто чередую бежевые и коричневые оттенки, то есть добавляю такой глубины. Конечно же, визажист на это посмотрит, скажет: страх божий, но мы с вами, девчонки, простые, как бы почему нет. А чтобы не сделать макияж слишком ярким и таким вот слишком отъявленно прорисованным, сверху покрываю все опять-таки пудрой и добавляю просто немножечко белого цвета. Моя любимая подводка осени — это суперлайнер от L'Oréal. Я не знаю, выпустилась она сейчас в России или нет, мне она пришла в подарок от бренда L'Oréal. Очень хорошая, очень-очень тонкий кончик, очень она прям такая пигментированная, несмотря на то, что это фломастер. Супер! Мой любимый вечный карандаш Каял от L'Etoile. Я знаю, что есть ему замены, но он такой жирный, классный, обожаю. Супер тушь, опять-таки, марка Tarte. Свет, камера, ресницы, по-моему, она называется. Безумно обидно, что эта марка не представлена в России. Тушь просто офигительная. У меня, конечно, ресницы свои хорошие. Несмотря на то, что я после наращивания ничего своего не выпала, ресницы огромные. То есть, вот вы посмотрите, какая разница. Тушь просто бомбезная. Если заказываете что-то из Америки, обязательно возьмите себе ее. Единственное, у нее такая достаточно колючая большая щеточка. Но это можно простить за счет того, что она рисует просто невероятно красоты глазки. Мой любимый бронзер Clinique True Bronze, второй оттенок. Наношу я ее с помощью кисти Inglot. Кисть Inglot предназначена для нанесения тона. Она абсолютно не подходит для нанесения тона. Получается просто какая-то какашка. А вот для нанесения такого бронзера или румян супер-супер-супер. Я надеюсь, что я с румянами сегодня не переборщила. Вот, а то вы меня часто ругаете. Ну и правильно, ругайте. Вы своими руганиями делаете меня только лучше. Завершаю макияж лица я опять-таки с помощью пудры от Make Up For Ever Duo Matte. Наношу ее с помощью кисти Clinique для пудры. Обалденная кисть. Если что-то себе ищете, приглядитесь. Не знаю, в свободном они сейчас в доступе нет, но очень-очень круто. Вот примерно, что у нас вырисовывается. Конечно, состояние кожи у меня сейчас не лучше. Как вы видите, на щечках у меня прыщики. Это от того, что у меня сейчас сменился очень сильный режим питания. И вот прям весь кишечник у меня отображается на моих щеках. Вот, губы, как вы видите, тоже безумно сухие, потому что я практически не пью. Самая лучшая помада от марки Shiseido, номер вы успели посмотреть. Обожаю эту коллекцию, я надеюсь, что она еще доступна, потому что очень хочу ее снова купить. Обалденная, просто шикарная, волшебная, супер. Она, кстати, такая пролонгированного действия, там очень плотные такие осенние оттенки, приглядитесь. Вот что у нас получилось, большое спасибо вам за просмотр, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, будете использовать что-нибудь из списка вещей, которые использовала я. Ваша Вероника, спасибо за то, что вы со мной, люблю вас, да, дурачусь, такая я глупая. Пока-пока!